Аюшки, друзья, с вами Стив Про, и сегодня специально для вас я слью платную версию Minecraft Go Editor. Друзья, собственно, платной версии Minecraft вы сможете строить из различных блоков. Да, друзья, это Minecraft Go Editor Pro. И, собственно, если кто-то не смотрел прошлое видео, то, друзья, это Майнкрафт реальной жизни. Кому-то этот Майнкрафт не понравится, но представьте себе, это очки виртуальной реальности в вашем телефоне с помощью вашей камеры. Да, друзья, обычные очки виртуальной реальности стоят около 10-5 тысяч. Ну, а это у нас совершенно бесплатно. Если, друзья, все же захотели купить программу, то в Play Market она теперь стоит 30 рублей. Я не знаю, может быть, теперь цена изменилась, но это была акция, как я понял, потому что раньше она стоила 199 рублей. Собственно, мы можем строить из различных блоков, как я сказал до этого, можем приближать свою камеру как хотим, можем двигать, можем перемещаться, но, друзья, самое главное, чтобы у вас был распечатан или включен код на планшете, или, друзья, как я сказал, распечатан на принтере на листочке. Но лучше, конечно, чтобы он был включен на другом Android планшете или на Android телефоне. Но можно, конечно, не Android, друзья, можно и обычный Java телефон. Но вряд ли такие телефоны еще у кого-то остались. Но может быть и остались, но вряд ли кто-то им пользуется. Собственно, друзья, платная версия удивляет также и музыкой. Настройка графика была и в бесплатной версии. Можем включать и выключать день, можем включать музыку и другие разные эффекты, друзья. Собственно, за это обязательно ставим лайки, а также, конечно, не забываем подписываться на канал. Ну а на этом все, до скорых встреч!